Ну что ж, друзья, мы продолжаем наш тренинг по мануальной терапии и мануальному массажу. И переходим к следующему сету — разминания спины, а точнее мы уже сделали растирание, поглаживание и глубокие вибрации позвоночника, да? И таким образом мы подготовили человека к некоторым боевым ощущениям для дальнейших, более глубоких воздействий. А воздействовать мы будем уже на глубинные мышцы достаточно жестко, костяшками пальцев и кулаками. Тут в работу идет все. Вот этой косточкой, вот этими косточками, вот этими косточками, вот этими косточками, запястьем. То есть все, сейчас будем это применять. Сразу первый прием положения руки называется лапа леопарда. То есть мы подобрали пальцы, как кошка коготки спрятала к подушечкам своих рук, да? И у нас получается один прием — это вот такое пощипывание против большого пальца. Все пальцы работают против большого пальца. Шестеренки — это когда мы делаем вот так вот. Это хорошо делать на округлых поверхностях, вот вокруг плеча, например, вокруг ягодицы. Друг против друга. Вот такой вот прием. И следующий прием, который мы будем использовать, это растирание глубокое с самими мини-костяшками. Вот видите, даже остаются полосы красные. Что было пожестче, можно даже утяжеление делать рукой. Итак, теперь общая последовательность движения, да? Значит, вспоминайте, как я говорил, там, где мы закончили, там мы продолжаем. У нас по логике должно каждое предыдущее движение подсказывать следующему движению. И каждое последующее начинаться с какого-то, с предыдущего. То есть мы дошли вот до сюда и будем обрабатывать всю лопатку. Растерли мышцы вот так, друг против друга работают руки в противофазе. Потом приподнимаем лопатку вот один, ну, здесь вот фиксируем поднятие, здесь поднятие фиксируем второе. И третье, вот так вот все плечо поднимаем. Показываю. Раз, два, три. Раз, два, три. Это нам говорит о подвижности лопатки. Если лопатка прижата к столу так, что мы не можем поднять, значит тут уже укорочены, скорее всего, грудные мышцы. То есть надо будет разминать еще вот так вот. Вот там клиенту тоже можете подсказать, что у него проблемы с грудными мышцами. Вообще лопатка у данного клиента хорошо ходит. Видите, хорошая подвижность. Следующий прием. Мы ее приподняли всю, и она как бы под собственным весом, вот вибрируем, да, и она как бы падает, вот опускается. Такое достаточно приятное движение. Переходим теперь к захватам. Если помните классический прием кольцевой, да, когда вот мы вот так вот складку тянем. Здесь мы его усовершенствовали и делаем лапы леопарда. Схватили и достаточно жестко и глубоко проходим до самого финала. По всей спине можно хаотично пройтись. И после этого следующий прием. Будем вот эту паравертебральную мышцу, вот этот валик большой, да, отодвигать от костей, то есть от остистых отростков, да. Для этого рука превращается в кулак, и вот этим острием пальцев, да, достаточно жестким, вот этим, вот, самый сильный, раскручивая, как бы, отодвигаем ее, ну, вот, может быть, будет видно, вот, видите, прям отодвинулась. То есть сейчас продемонстрирую на нашей змейке, которая изображает мышцы, да? Вот, мы взяли и мышцу вот отодвинули. Понимаете? Проходимся двумя руками. Снизу вверх обязательно идем. Первая ведущая рука, та, которая ближе к голове. Вторая помогает. Как бы открываем ключи шлюзов. Сейчас мы по этим шлюзам запустим воду. Второй проход делаем. Первая рука открывает теперь уже шлюз. Потекла вода. Открываем шлюз. Потекла вода. Это мы убираем лимфу. Вот отработанные нами
площади вперед и в подмышечные впадины. По сути, ну вот есть такой прием, когда мы рисуем тельняшку на человеке. Вот видите, да, полоски вот такие. Ну, соответственно, пока мы работаем в данном виде массажа с одной половинкой, то мы делаем только с одной стороны. Открыли шлюз, спустили воду, открыли шлюз, спустили воду, открыли шлюз, спустили воду. Назад уходим простым поглаживанием. Ставим опять эти же места на крестец. Разминаем крестец и чуть сползаем мимо осистых отростков вот вбок, да, на вот эти паравертебральные мышцы. И теперь с утяжелением проходимся по ним вот такой вибрацией, очень глубокой. Захватываем трапецию, потянули так медленно-медленно на себя, вот она вышла, упала, да. Сразу превращается рука в лапу леопарда с утяжелением. Быстрыми энергичными движениями у нас уже растирание. Не просто ладонью, как мы до этого растирали, да, а глубоко. Кожа сразу краснеет, сразу согревается. Ну, иногда бывает это болезненно, поэтому у людей обычно спрашивают, ну как вот, вот в этот моменте, там, например, да, о, терпимо? Хорошо. Хорошо, да? Почувствовал. Почувствовал. Вот, закончили здесь, и, соответственно, нам надо будет перейти в следующем приеме к ягодицам, да? Для этого, вот я еще раз повторяю, вот делаем некоторую такую связку, переход. Растерли здесь и теперь вот тут вот. Одновременно растерли и переходим к ягодицам. Обычное растирание, опять какое я показывал, да? Вот такое пощипывание. Потом шестеренки друг против друга. Вот такой прием. И... Опять же, лапа леопарда превращается теперь в куриную лапку. Это как действует? Это теперь не на сжатие, а на разжатие. То есть пальцы у нас расширяются, а этот палец большой отводится вниз одновременно. Вот так, да. Потренируйтесь. Вот. Это для чего мы делаем? Тут идет крестец, да? От него мышцы отходят вот туда. Вот так они идут. Крестец – это 5 сросшихся позвонков. У каждого позвонка есть боковые отростки. Да? Если срослись 5 позвонков, то сколько между ними промежутков? 4 получается. Да? Да. Вот. Мы между этими промежутками практически вот пытаемся встать и раздвинуть их вот туда. Опять мясо отделяем от костей, отодвигаем их. А большой палец в этот момент ходит по крестцово-подвздошному сочленению. Вот тут вот, вот эти места самые болезненные. Здесь, к сожалению, слишком широкое расстояние показано на этом скелете. Но оно там поменьше, там буквально 1-2 сантиметра. Там вот короткие мышцы находятся, которые очень часто бывают зажаты. Вот мы по ним, вот, вот крестец, да? Вот мы от него мышцы отодвигаем. А с этой стороны мы отодвигаем вот эти мышцы. Как показываю на нашей модели. Вот такое движение получается. И можно вторую руку добавить. Раз, два, раз, два, раз, два. Вот, дамы и господа. А дальше мы перейдем к непосредственному разминанию ягодиц, снятию функциональных блоков, седалищного нерва, ущемления будем убирать, будем грушевидную мышцу расслаблять. Но об этом в следующем видеоролике. А если вы нас только смотрите, то зря вы это делаете. Приходите к нам сюда на тренинг и познавайте все на натуре. Здесь практики, которые мы сразу же внедряем в жизнь. С вами был Олег Лавгудвин. До новых встреч, друзья!